в окрестностях города сейчас горят торфяники, которые тушат самолет амфибии Б-200. Увидев огонь, пилот развернулся, снизился и сбросил воду, как можно видеть со стороны, прямо на пылающий дом. Точность попадания подтверждает съемка с другой камеры. Оператор был совсем рядом с пожарными, когда над ними пролетел Б-200, баки которого вмещают до 12 тонн воды. Дом.